Всем привет, я Лёша, это «Сильные новости», наша рубрика «Короче, поехали». В августе гомельские водители почти 1000 раз нарушили ПДД на Советской. Об этом говорят данные мониторинга видеокамер. Всего зафиксировали 983 нарушения. 639 водителей проигнорировали дорожные знаки, 275 – это любители проскочить на красный, а еще 64 водителя не пропустили пешеходов. Бойцовская собака загрызла бездомного кота, а хозяин пса добил его ногами. Это жуткая история произошла 28 августа в Волковыске. Во дворе одного из домов собака напала на кота. Хозяин, видя, как кот истекает кровью, добил его ногами. Проводится проверка. В милицию поступило сразу два заявления. К слову, местные очень хорошо знали этого кота и даже прозвали его интеллигентом. А в Гомеле на 8-летнего мальчика упали качели, он получил травмы. Родители подали в суд на коммунальщиков. Чем все закончилось? А закончилось это тем, что областной суд обязал выплатить ГП «Железнодорожное» 10 тысяч рублей. К слову, мальчик тогда получил серьезные травмы. В том числе сломал большеберцовую кость.